19 декабря прошла торжественная церемония награждения лауреатов Республиканской общественной премии «Герой нашего времени». В рамках этого проекта традиционно чествуют людей, которые совершили героические поступки в обычной жизни, не оставили без внимания острые ситуации. От Казанского университета была награждена Гульнас Марданова и ее штаб гуманитарной помощи. Приятно, что наш Казанский федеральный университет был отмечен на таком высоком уровне в рамках такой важной премии «Герой нашего времени». Нам приятно, что вся работа, которая ведется Казанским федеральным университетом, масштабная, комплексная работа, была отмечена. Напомним, что гуманитарный штаб «Мы вместе» был создан на базе Казанского федерального университета и направлен на сбор гуманитарной помощи. Студенты и преподаватели Казанского университета начали сбор гуманитарной помощи для Мариупольского университета еще во второй половине сентября. Начало акции было инициировано Елабужским институтом КФУ. «Мы вместе» отправили более 400 килограмм гуманитарной помощи Лисичанску, Донецку и Мариуполю. Студенты собрали продукты, констовары, лекарственные препараты, бытовую химию, настольные лампы и два принтера, которые помогут нуждающимся не только в обычной жизни, но и в учебе, и на работе. Помимо отправленного груза, Казанский университет ведет сотрудничество с Мариупольским университетом. Сюда входит обмен опытом и образовательная система для 100 детей из 5 городов ДНР в лагере «Буревестник». В рамках работы нашего гуманитарного штаба было собрано порядка 400 килограммов гуманитарной помощи, которая была передана на республиканский склад. Наши ребята, студенты, добровольцы также работали на республиканских складах, на городских складах в рамках движения «Ярдем Енеша» и оказывали помощь при сортировке, при упаковке гуманитарного груза. И в целом работа Казанского федерального университета, она масштабна, она комплексна в этом направлении. Поэтому для нас очень важно, что вся эта проведенная работа была отмечена. Свою работу конкурс «Герой нашего времени» начал в 2013 году. С каждым годом число участников растет. В этом году награду удостоились 66 человек, 11 предприятий, организаций и районов Татарстана. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз.